Новый вид животного, о котором стало известно лишь в 1992 году. Его открытие стало сенсацией, ведь никто и подумать не мог, что в 20 веке можно открыть новый вид. Саола – это крупное парнокопытное животное. Длина ее тела составляет около 180 сантиметров, а высота в плечах около 90, весит приблизительно 100 килограмм. Саола обитает во влажных и почти непроходимых тропических лесах. О поведении саолы почти ничего не известно. В неволе содержалось 13 таких животных. Каждая из них прожила лишь несколько недель. По этой причине вьетнамское правительство издало запрет на ловлю и содержание в неволе этих животных.